перебрался я, ребятки. Вот, ну все, отлично у меня. Видите, вот здесь я уже стою на колесах. Да, понял. Ну понесло тебя все равно так прикольно. Ну вот, представляешь, как трикол потащит. Сейчас посмотрим, где он выйдет. О, унесло шатуна. Пока! Пока! Да. Трикол здесь хапнет, горюшка. Вот около тут. Ну вот сюда зайдем триколом, когда тогда спокойненько можно по тихой воде, он доплывет туда вдоль берега. Ну, там глубоковато. А вот здесь вязать надо, вот эти дерево. Да, да. Вязать, чтобы он вот сюда вот ушел. Вот, он просто, вы его отпустите, и он течением вот так вот. Чпок. Так, ребят, нам теперь надо будет подняться вверх по реке, для того, чтобы переплывать и прийти обратно к триколу. Сейчас зацепим веревку, перетащим веревку сюда, здесь ее подвяжем к дереву и будем переправлять трикол. Начинается самое интересное. Сейчас начнется что-то интересное. Чрезвычайно, я бы сказал, увлекательный процесс, который покорит и завоюет много сердец. А вот переправа для местных охотников до добычи. Люлька, трос. И на ту сторону. Бабац, и все. А там у них москвичи, мотоциклы. Все, что нужно, чтобы легко и просто покорять необъятные просторы карельской земли. Коля, для балансировать будешь. Перебегать. Левый борт, правый борт. Давай, я не буду этого делать. С Христом Богом прошу, только не это. Не-не-не. Теперь вся судьба будет на этом шнуре. Иначе будет еще одна перемычка там на мосту. Из трикола. Не солигуха, все болото наше. Ребята, в каждом путешествии, в каждом походе должны быть вездеходы, похожие по классу, по проходимости, по уверенности плавания и прочим вещам. Не, ну нам интересно. Ребята хотят посмотреть, что же может этот бронтозавр. Правильно.
Должны же мы знать все его возможности. Да. Или утопить. А для того, чтобы все узнать, нам нужен страховой человек, который... Или в конце концов... В лице утопить. Герасима Васильевича. Вот так вот, да? Вот. Если что, на него все свалить. Нет, все мы сваливать не будем, но помощь мы от него ждем. Дай Боже, доплысти-то им. Зефирка загрузилась. Сейчас потонет вездеход, елки-палки. Я тут раскривушка. Раскривушка. Распер же весь в пространстве, чтобы не упасть сюда, потому что без окна вниз. Он вообще не управляет. Просто как матрас. Его можно только вытянуть вот так вот и подтягивать потом сюда. Все, если максимум. Если по дороге он не встретит никакого... Даже вот сюда вот он не выйдет уже. Посмотри. Вот смотри. Вот так, серьезно. Все, ребята, пошел трикол. Это видео уже сегодня вечером будет у нас на Инстаграме. С помощью провайдера спутникового интернета StarBlazer мы сможем выложить это прямо из места, где вообще никакой связи нету. Жека, веревку в эту. Да, да. Конечно, конечно. Медленно, но уверенно, заметил? Да, вот сейчас не очень уверен. Нормально. Почти на берегу, братан. Красавчики. Все, лебедитесь, я буду тянуться. Нет. Держу. Поп, стоп. Что такое? Все нормально. Что-то страшно вы как-то кренились. О, вот трикома такое бывает. Там доедет лучше. Слушай, я отпускаю сейчас лебедку.
бесстрашные ребята. Не, мы по сравнению с вами вообще не вездеходчики. У нас такого экстрима не бывает. Идем, отцепляй. Страху-то натерпелись, да? Вытряхивай штанины давай. Вытряхивай штанов. Из сапогов вытряхивай. Да, ребят. Это не зимник. Пол дела сделано, машина на берегу. Осталось ее вытащить на более или менее горизонтальную поверхность. И все, дальше дело техники. Доберемся до дороги. Все вытянулось вот на этом шнуре, ребята. Вот на этом вот. Хороший шнур. О, Мишка поехал. Алло, ребята, пока, я пошел. Отличная дорога здесь. Кол не вписывается между деревьев. Ему надо финдибобель делать. Да, вон чей-то снегоход стоит. Туда-сюда переезжает. Волокушки, саночки. И поехал в этом квадрате по сожженным мостам гонять. Ой-ой-ой. А там мотоцикл он еще стоит. Моцик не задавить, а не видишь. Все, в миллиметре от фары прошел. Вот тут автостоянка, ребят, мощная. Штрафстоянка. Штрафстоянка, да. Не успели вывезти. Он стеклопакет кто-то шестерки украл. Дыра. Выщелкнул. Они открыты. Может, Мишка приходил. Давай, будем греться. Давай, да. Куда вас тут залепило? А, вот все залепило. И тут все залепило. Вас залепляет окошко? Мы же уже по-чистому идем. Хоба! Сюда. Вот так, накидывайте. Сюда. Вот это мост построили, вот это молодцы. Отлично. Ребятки, очень короткий день. У нас остался всего лишь час, чтобы переправиться через следующую реку. Иначе будет грустно. Будем опять ночевать. И мост на пути нашем встал. Встал своим отсутствием. А ребят, в этом году сюрпризов все больше и больше. Мосты смывает и смывает, поэтому надо что-то думать. Да вот здесь спуститься, здесь же и подняться надо.
У вас ружье стреляет? Да. Я даже стрелял два раза. Да вы что? И даже промазал. Да? Мимо воздуха? Мимо. Может, холостые патроны? Вдруг надо было покрупнее. На рябчика вдруг было. Это вот перья с жопы-то полетели у нее. Перья полетели у меня, а они полетели. Видишь, как удобно. Покажи, дай посмотрю, как он ускоряется. Ой, как здорово. И вот он так вот застрял, да? И все, и больше не движется. Движется. Да, ребят, две половины кузова. Получается, пень между ними попал, и все, ни влево, ни вправо, никуда. Сидит. Мишка, говори, добровольно ты преша отдал? Это было коллективное решение, ребят. Это было стратегическое решение. Это было стратегическое решение, принято нами обоими. Ну, честно скажу, ребят, было жалко расставаться с машиной. Была машина сделана очень хорошо для себя. Вот. Ну, успокаиваюсь я тем, что машина попала в хорошие руки. Да. Вот, за ней там будут смотреть, ухаживать и иногда показывать нам ее. Так, ребята, трикол сейчас пойдет в эту клаку. С дрифтом пошел, смотрите. Да, езжай. Опа. Скатился. Нормально. Красавчик. Пошел. Дверь открывает этот. Кузов играет. Красавел, а? Молодец! Ребят, мы сейчас с Мишкой вот вспомнили, что в принципе переправа там не такая сложная. Туда, когда я шел, меня унесло течением, а обратно мы шли по спокойной воде. Переплывали хорошо. И вот думаем, у нас получится там трикол перетянуть. Думаю, мы сегодня не будем ночевать на реке, а пойдем дальше, уже на озеро. Как я уже и говорил, мы решили не ночевать на переправе, а переправиться по вот такой вот еще, по смеркам, скажем так. Я пошел искать проезд в воде. Ребята в это время схитрили, сейчас увидите как. Вряд ли, Василий. Слушай, смотри, бурунные какие-то. Вряд ли. А вот здесь смотри, что творится. Вот здесь. Да, выходи. Я думаю, надо. Нет, там надо дальше обходить. Милички эти. Бревна. Возвращать по берегу туда.
сюда и туда вот, да? Да. Могли горник посмотреть. Они плотно лежат, должны пройти по ним. Да, пойдем. Блин, сейчас развернет нас по стволам, вот это будет реально. Раскорячило нас, ребят, так не слабо. Соскочили с бревна, теперь сзади дерево получается вот то. И здесь нас не пускает бревна. Ну давай посмотрим сейчас, если что, он сдаст назад. Пробуем. Ну вот так же, отъедем. Все нормально. Все отлично, пошел, пошел. Попали мы в засаду жесткую. Нам не хватало буквально метра снега. Да. Ну, ребят, сегодня мы будем на болотах, скорее всего. Прошли практически мы без потерь. Робс выдержал. Ну и этот борт целый. Мы приехали на съезд к болоту. Ночью в болото не стали соваться уже. Шатуна делают. Смотрите, у нас что тут. Уху-ху-ху-ху-ху. Красотямба какая. Загляденица одна. Есть хочу, блин. В обморок падаешь. Все, ребята, опять вот безвестно. Безвестно пропала, исчезла еда. Мы не знаем куда. Как тут у вас борщ? 40 минут, сказал главный повар. Не, 40 это он погорячился. Ну, да. Плюс-минус 5 минут. Да, Евгений Владимирович? Да. И борщ будет отменный. Вы такого борща еще на природе не ели. В смысле, отменят его? Нет, никто его может отменить. Он же борщ. Ложка специальная, да? Борщевая на гусятине борщ. Ой-ой-ой. На домашней. На домашней гусятине. Ой-ой-ой. Это не как на Канина, на су дикое. Ой-ой-ой. Это домашнее. Это отвратительно. Даже пробовать не буду, сразу съем. Как борщец? Как борщец? Вообще на славу. Да, ребятки, борщец у нас добрый. Миша, как тебе? Я ничего говорить не буду, у меня нет времени просто на это. В руках у меня обогревающий напиток. На чай у меня на смородине. Вкусная часть туловища. Гуся. Самки гуся я убивал. Любимая часть. Это яйцеклад. Губы. Это любимая часть нашего повара. Он со мной ею сегодня поделился. Гусиная жопа. Еще поделится. Да, еще поделится другой. Сказал, есть еще какая-то другая у него. Это можно. Ну, вы начинаете. Вместе будете, да, так что да. Разберетесь. Так что, ну, попозже я узнаю, ребята. И в следующем, так сказать, натюрморте я вам расскажу. Ой, ребятки, какого мы борща наелись. Это что-то. Какие молодцы вообще мужики. Наварили борща. О, зубы точим. Да. Иначе можем остаться без зубов завтра. Ай-яй-яй-яй-яй. Все на ней держится, да, на родимой? О, ребята, уже вовсю кто-то что-то жмакает там, вон. Борщ греют. Красотища. Лагерь проснулся, опять мы все проспали. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, пишите комментарий. И не забывайте подписываться на канал. Ну а мы будем радовать вас нашими видосами и дальше. У нас еще столько путешествий впереди. Давайте. Кстати, пишите в комментарии, что вы думаете по поводу переправы через реку Трыкола.